Все, ребята, всем привет. Собрались мы новыми силами. И пойдем сейчас на финального босса. О, блядь, сейф прям тут. Ну, что у меня по оружию? Короче, все очень-очень плохо, блядь. Я лоханулся вчера, и я думал, что купил автомат. Оказалось, что я купил, блядь, не автомат, я купил дробовик. Слушайте, может, есть тема попробовать обменять его? Блядь, я не знаю. Хилок у нас раз, два, три, три штуки. Больше создать я не могу. Зато могу сделать бомбу. Ее, наверное, и сделаю. Хрен знает, что делать в этой ситуации, блядь. Все, короче, очень-очень грустно. Ну, что, будем травить. Так. Давайте начнем все-таки вот с этой штуковины. Погнали, Эмонорад! Спасать дочку. О, юная Эмма, моя прекрасная дочь, иди ко мне. Эмма, это ты? О, я так по тебе скучала. Самое херовое в этой игре то, что не видишь ХП у босса. Вот это вообще супер раздражает. Почему я теряю силы? Самое тупое то, что я привык делать кувырок, как демон Souls, Dark Souls. И, блядь, здесь нет этого кувырка, а я такой... Миранда! Миранда, я сейчас тебе ебало прострелю. Интересно тебе? У тебя необычное тело. О, секси-бой, ёпта. Слышишь? Ничего. Я убью тебя правильно. Вперёд, давай! Только кто мне стрельнул, не пойму, блядь. Пусти! О, а что-то я вчера этого не понял, что там ребёнка меня врывала. Я убежал этот миг всю жизнь. Да, сучка. А ты хочешь всё вот так разрушить? Я своё заберу. Я исполню свою мечту! Пошла нахуй! Я тебя не ебал, ты не раздала, блядь. Не твое, это мое нахуй. А, вот она, спиздил ребенка, короче. Вот локализация вообще шикарная. Типа, пиздец, что за хуйня, да иди ты нахуй. Вот это я понимаю перевод. По красоте. Ты истребил мое лжепотомство и пробудил великий миг Мицелия. Крошку розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. Блять. Да, сука, как эти ворачиваться не понимаю. Почему ты мешаешь мне? Потому что нахуй иди, вот почему. Когда до тебя дойдет, что роза моя, дочь, а не твоя. Меня исключил отчаянно. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу. Яичко снесла, ай. Ай-яй-яй, где ты есть, сучка? Иди от меня в жопу. Не понимаю. Будем стараться. Сегодня я сегодня трезвый, ребят. Я сегодня налегке, пока что. Сука, бесишь ты меня? Рано или поздно, все мы умрем. Не понял, папа. Я могу принять любой облик. Да? Даже твое имя не живет. Ай! Блять, блок там можно было поставить, да? Ощути гнев темного дома! Очнитала! Ёпталь! Так, ребята, у нас этот... О, я сейчас что придумал, смотрите, мы сейчас световую зарядим.
если я все правильно сделаю. Останови здоровье! Да сука! Правильно ты сказал. Больная сучара, блять, а? Не он, никто другой не посмеет отнять у меня рот или мою дочь. Сука ты такая. Ты еще на дорога. Блять, попал, а? Блять такая. Сдохни ты, блять. Сука. Проститутка, блять, ебучая. Блядь, не пизда, ребят. Ты ведь не способна никого любить. К чёрту эту дрянную деревню. Это не дрянная деревня, деревня дураков, блядь. Чего? Блядь, заделался. Что происходит-то, а? Это твоя смерть, Итан Уинтерс. У меня есть ножик. Как в песне. И, наверное, зря нож в кармане был у меня, блядь. О, сучка ты ебаная, блядь. Сейчас с первого трая трезвый завалю, кажется. Сука, мразь. О. Аж ножки припотели, ребята. Аж ножки вспотели. Липкие ножки. Моя дочь! Ой, у меня пизда в голове. Пизденка была. Прям во лбу. Как у царевны, как где-то. Не смеяны, а во лбу пизда горит. И кто там? А, и царевна-лебедь, да? И царевна-лебедь же пизда во лбу горела. О, что-то сказки не знаешь. Ну, котик, кто-то из царевны такая хуйня была. Если не ошибаюсь, даже красный плесень когда пил. О, дочка. Роза. Тихо, тихо. Роза, все хорошо. Все хорошо. Оба. А со мной это что? Да типа реально плесень все-таки, что ли? Хуя. Вот почему так легко рука у него прирастала, постоянно ему руки рубят, рубят, а он как их нахуй приклеивает на водичку, блин. Итан! А? Ну же, Итан. Ну, давай, Итан, сейчас объяснят. Ой, нам нужно смотреть, три части еще досмотреть сериальчик это, да? Леня? Или что, не ночь одному смотреть? Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан. Надо идти. Ёб твою мать. Это что за нахуй, блядь? Это что такое? Большой гомункул? Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт.
Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия. Ока. Я люблю тебя. Прости. На Яндекс тебе посылаю. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Да. Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Ебать, что, и там умрет, что ли? Что-то как-то мало ему частей дали. Оу. Прощай, моя девочка. Ну, ёптать. Не люблю я такие концовки. Итан. Ладно, должно время-то пройти. Ну, ёпта. Да Китон реально взял бы да ушел. Чё ты дурак-то такой? Или он все-таки погибает? Да что-то не помню, что с руками хуйня какая-то происходит. Сейчас свои руки нормально относительно выглядят. Не считая потерянных пальцев, конечно. Хуя они гомункула вырастили, конечно. Взорвал. Роза! Вверх! Вверх! Поднимай нас! Это мать? Да, да. Типа живая все-таки она. Стой! Где Итан? А, сейчас только смекнул, что мужа-то нет, да? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Нет, скажи, нет. Что это из игры мелкий. Где? Это мелкий из игры только что. Что это? Сказал же тебе сядь. Нет. Где Итан? Крис. Что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Аль. Взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Не, серьезно. Я тебе это говорю, что либо подождать, либо оформлять из кредитки. Сейчас не можешь? М? Нет, мелкий был из игры. Чё, такая вот куча концовка, да? Такая вот концовочка, ребята. За сколько я игру-то прошел? За 17 минут? Ёпта. Чё, досмотрим сказку? Давайте досмотрим. Начну новую игру, быстренько ачивку. Две сделаем там. Разобьем стекла наконец-таки и... Чё-то ещё хоть... Или тут быстро не получится, чё? Типа за стёкла крутится. Да, на стёкла замки. Ай, это она быстро не получится, сука. Или получится. А, до замка надо дойти еще. А, там стекла, на, я не знаю, видишь, какие разбиваются. На пробегать все комнаты, все комнаты могут быть закрыты. Ну, ёпта, так неинтересно.
Тетсуро Нода, Масашура Кама, Митсубиши, как там в очень страшном кино? Митсубиши, Кавасаки, Хонда, Мазда. А, это все то же самое, что в начале показывали. Слушайте, хорошая песня. Алиса, за Шазам песня. Алиса, ты что? Алиса, за Шазам песню. Алиса, за Шазам песню. Ёб твою мать, Алиса. Алиса, пауза. Алиса, что играет за песня? Алиса, иди в жопу, блин. Ты не в жопу. Взяла, спасибо. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Так, сказка продолжается. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Нахуя дети смотрят на выжженную пустошь? Что это за развлечение такое? Вот она, концовка сказки какая. Ну, сказка ебать стрёмная, а? Концовка-то? Можно ты и смотреть на стриме. Ну, типа, этот... То, что дочка-то... Ты начало помнишь, что там вы всадники-то эти? Ну, короче, не всадники вот эти, которые дали там всякую хуйню, платьице, согрели там, накормили, все такое. Вот, а помню, ведьма похитила, типа, и родители пошли за девочкой. А, это ведьма, которая взяла единорога? Да-да-да-да-да. Не, единорог — это другая тема. О, там еще была главная ведьма, короче. Вот сейчас родители, типа, пошли, искали целые сутки, нашли ведьму, девочку, типа, отец боролся с ведьмой, типа, и сказал, типа, он пожертвовал собой, что, типа, матери забирает дочь, типа, и все. Лес вспыхнул, ведьме пиздец, сук пиздец, типа. Типа, все дети теперь знают эту историю. Когда долго смотрят в пустошь, типа, не снятся кошмары и пиздец. Ну, а нахуя? Нахуя вы рассказываете детям такие, сука, сказки? И нахуя вы еще отправляете? Иди, иди, посмотри на пустошь пару часиков перед сном. Выжженную причем. Ну все, черт, пропускаем заставку. Посмотрели мы все это дело. А нет, еще вот он. А, вот сказка закончилась. Ну-ка, ну-ка. Еще не концовка. Вот это на дочке уже сидит, я думаю. Да, судя по всему. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, мне кажется, что очень похоже. Папа. Итан Винтерс. Блин, все-таки прости, умер. Что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Итан нам писал. Итан Винтерс, да. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Мужик там какой-то. Люблю тебя. Агенты, судя по джипу и костюму. Дочка-то непростая, типа, видишь, какая-то. Нашел ее.
Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Крис еще живой, спустя столько лет. Он уже старый был. Эвелина — это Сима часть злодейка, девочка, которая всю плесень захватывала. Типа, видимо, как-то какое-то скрещение произошло, раз Итан, ее отец, уже был плесенью и трахнул Мию, и вот родилась дочка Роза. То есть он уже был не человек. Как-то передали, видимо, вирус ей или что-то такое. Поэтому они называют Эвелина. Я знаю. Видимо, он использует свои способности. Что, видишь, на, разобраться на хуйне, типа, погнали там. Ну, все же части придумали, но она была. Блять, интересно. Интересненько. Итана жалко, конечно. История отца завершилась. О, все, походу, пиздец. Итана больше мы не увидаем. Обидно. Прикольный чувак-то был. Меня так это доставляло, как он руки себе постоянно калечил, блядь. Ну, так история отца завершилась. И... хороший отец, ачивку дали. Время на игру потратил 10 часов и 17 минут. Две ачивки, отличный отец. А, на легком уровне сложности и на обычном завершил. Отлично. Отличный отец. А в Resident Evil всегда, то если на максимальной сложности играешь, тебе дадут за все, ну, типа, которые даже ниже были ачивки. А ты на максимальный уровень сложности взял? Нет, я взял средний. Я получил за низкий и средний. А-а-а. Доступен уровень сложности. Начните новую игру, чтобы выбрать его. Меню бонусы доступны, новые материалы. Меню магазин бонусов, наброски, фигурки, испытания. Испытания, магазин бонусов. Зарабатывайте очки результатов. Ор. Проходя испытания, изменю испытания. Меню эти ор на различные товары, магазины бонусных материалов. Новый режим игры, оружие, наброски, фигурки и многое другое. В разделе видеороликов меню бонусы давали видеоролики. Жуткая деревня, полная версия. Создание жуткой деревни, дизайн уровней, создание визуального ряда. Создание графики. Получите это оружие в магазине бонусов в прохождении игры. VCX. Испытание завершено. Вы завершили несколько испытаний. Обменивайте очки результатов. Так. А, то, что я завершил. Нихуя на 850 тысяч? Или что-то не пойму. Или на 85 тысяч. Короче, все завершил. Отлично. Загрузив его, сможет начать новую с некоторыми элементами завершения. Сохранить. Отдельным сейвом. Еее, деревня дурачков. Ну-ка, давайте посмотрим. Бонусы. Магазин бонусов. Доп. Игра. Блин, ненавижу эту тему. Деятельность за последние 10 лет. Что? 25 год. 2011 мне нужен, да, деятельность. Ну. Ништяков мы покупаем. А, все, у меня значит было 85 тысяч, бля. Драгун. А мне не хватает больше ни на что. Ну, понятно. Видео, наброски, фигурки. Испытания, фигурки, что-то не густо фигурочек-то у меня. Бля. Новая игра. Так, не перетруждаться, на низкий уровень снова зайдем, посмотрим, что по ачивкам можно зарубить сейчас. А, ролик вырубаем, прорубаем, пропускаем. Почувствуем сейчас себя этим. Да. Ничего, сейчас уложу. Ачивки.
А где ачивки посмотреть? Мирные дни. Около 5 минут. Итан продолжает борьбу. Оттолкните врага, победите волколака Альфу. Откройте двери из всех туалетов. Блять, а чё они все... Кстати, я про эту хуйню забыл. Используйте фоторежим. Вот это халявная ачивка. Блять, не то нажал. Фоторежим. Чё, как? Как сфоткать-то? Помощь, сброс, интерфейс. Эффекты, рамка, трат. Отлично. О! Ачивку фотограф дали. Заебись. Плюс одна. Ачивка дрочеры, да? А чё, ложите нужно? Тише, тише. Мелкий. Я уже сказал. Это не страшно. Там уровень есть, где, блядь, тут даже мелкий охуел. Там младенец здоровенный, кровавый, ползает за тобой по коридорам, блядь. Вот это да. Тут даже мелкий перестал кричать такой, знаешь, засмотрелся. Типа, че, блядь? Ай, блядь. Мы с твоей мамой обожаем эту песню. О, эта шкатулка ж была. Блядь. Я ж не так за головоломку решил. Все, Итан, пойдем, блядь, там пойдем. Почти пришли. Отлично. Все ролики пропускаю, нам главное попасть в деревню дураков. Деревня дурачков. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа, тоже камера защитит тебя от чудища сказки. Гибкая у них камера. Видишь, как он крепится? Как это? Бля, я с кем говорю-то? Привет! Выйдешь погулять? Чего? Ничего, забей, все. Ну, вижу чего. Да все, я уже ушел в другую сторону. Чё, я уложил? А, надо не спуститься, чё, туплю там, блядь, точно. Побежали. Мия. Мама Мия, блядь, ты где? А, пропустить. Пропустить. Блять, пропустить. Да что, блять, такое? Пропустить? Сколько уж можно-то, блять? Это нельзя пропустить? Перезапустить? Нет. Бля, как он медленно идет. Кстати, что по оружию? А, даже инвентаря пока нет никакого, да? Ой, вроде с горочки подразогнался, отлично. Порезался. Нас уже не напугаешь такими звуками. Мы уже второй раз играем, так что нам похуй. Мы идем всех пиздить. Мы очень яро и злобно настроены. Так что не попадайте с ними в глаза.
и скримеры меня не напугают. О, бомж какой-то пробежал до жопы. Видели, видели? Сейчас мы его догоним, наваляем. Самое, не балуй. Бля, бесит, что я ускориться пока не могу вообще. Так, пришли мы куда-то в место, блядь. Я, кстати, не помню, здесь дед-то будет за занавеской. Веревка. Время повеситься. Да, реально, блин, вот сейчас вот прям замечаю, что игра под VR-шлем сделана, блин. Чё-то... Думаю, надо бы будет прийти. Ай, блядь. А вот это фото этой пизды Миранды, блядь. Ай, все валится. Та-дам! Мышка. Мышка-нарушка. Хвостиком махнула, яичко упало и разъебалось нахуй. Ой! Опаньки, свежая кровушка. Кто это сделал? Дырка. Дырка в дом. Кто это сделал, уже съебался отсюда, мне кажется. О, наконец-то бегать можно. Так. Отлично. О! А, только карта пока работает, да? Ну ладно. Черт, где я? Ты в деревне дураков. Мертвая лошадь. Хорошо, хоть не в постели. А, здесь где-то должен быть. Так, стойте-ка, это же тот самый, блядь, дом. Блядь, так тут шмыганул. Видели, видели? Шмыганул. Шмигалёв. Так, стойте. Дверь. Блядь, с той стороны дверь. Херово, что оружия никакого нету. Так, а здесь сорти... Блядь, там и заодно прохождение на все сортиры открыть, так что я проебался на ребята. Блядь, обидно. Такая знатная ачивка, конечно. Может, они отошли? Да тут, блядь. Хуй его знает, куда они отошли, только если мир иной. Судя. О, замок несложный. О! О, так у меня никакого оружия нету, че за... В смысле, блядь, должны же были мне оружие все дать, че за... Че за наебалово-то, я не хочу без оружия тут этот шариться. Давайте сразу за руны сбегаем. Что случилось? Пиздец какой-то случился, и кажется, они-то не в ту сторону. Ну да ладно. Пока тут вроде не страшно. А может, я зря сюда иду. Даже ножика, блядь, нет. Так. А, это сейчас все закрыто, наверное, да?
Или все-таки здесь дед будет? А, нет, значит, все правильно, я пошел. А где же, типа, этот дом с красной трубой? Да, точно, дед здесь сейчас будет. Сейчас, смотри-ка. Открыть. Дед, вылезай. 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 Сука, дед стреляется. Злой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. С ножом и войной. Что происходит?